На трассе седан Kia Patrol из-за плохой видимости произошло учетное ДТП с участием двух грузовиков – микро- и большегруза. Над Владивостоком повис туман. В этом, конечно, есть своя эстетика и красота, однако автомобилистам такой пейзаж удовольствия вряд ли доставил. Скорее наоборот, усложнил и без того непростую дорожную ситуацию, добавив ко всему прочему фактор практически нулевой видимости. Около 12 часов дня шофер самосвала, который двигался со стороны седанки к снеговой паде, вынужденно остановился возле леерных ограждений для устранения поломки своего транспортного средства. В это время ехал микрогрузовик Mazda Bongo. По какой причине его водитель не заметил большегруз, неизвестно. Скорее всего, причиной стала плохая видимость. В итоге, не успев вовремя перестроиться, Бонго на всем ходу врезался в заднюю часть самосвала. В результате кабина микрогрузовика сильно деформировалась, а его хозяин получил травмы различной степени тяжести. На помощь пострадавшему сразу же поспешили очевидцы, которые помогли ему выбраться из салона, а подоспевшие медики госпитализировали мужчину в городскую больницу. На месте ДТП остались работать стражи порядка для выяснения подробностей инцидента.